Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшний ролик у нас будет очень короткий и первый рекламный ролик в моей практике. Вот ко мне приехал коллега, город Троицк, Россия, Виктор. Прошу любить и жаловать. По обмену опытом, обменялись опытом. Виктор был проездом, но на день задержался, потому что была лишняя бутылочка электролита, которую мы удачно раздавили вчера. Прошу любить и жаловать владельца автомобилей, и не только владельца, будем так говорить, владельца аккумуляторов города Троицка. Обращайтесь к специалисту. Челябинская область, короче. Сейчас я вам покажу телефон, по которому вы сможете звонить, обращаться. Виктором сегодня нахуевертили вот такую кучку аккумуляторов. Все у нас зарядники в работе. И вот вместе проделали практически. Еще не проделали, проделываем пока эту работку. Вот так вот у нас стройотряд, шеренга в ряд, блядь, или как там говорится, блядь. Так, пойдемте глянем. Винтила. Вот еще одна аккумуляторщица пришла. И вот номер телефона. Зафиксируйте и приезжайте на грамотное и своевременное обслуживание. Друзья, всем пока, удачи, здоровья. И что там, Вик, в конце? Берегите свои батарейки. Всего доброго.